Стоят там, Ля полетела. Ты видал? Что? Что за реактивная тяга у курицы там была сейчас, я не понял. Ты в столовку пошла, что ли? Подожди, еще переменки не было, алло. А с каких пор вообще охранник прячется под столом, я не понял. Или ты посрать сел, подожди. Опа, 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 совместное фото. Пацаны, совместное фото. Короче, смотри, план такой. Ты сейчас пьешь, обоссываешь весь офис, появляется лужа. Аниматроники наступают в лужу, они же железные. Их коротит током, и мы выигрываем. Ну и чё, давай, давай, рискни здоровьем. В смысле кекс? У меня был кекс? У меня не было кекса, в смысле? В смысле? Ты чё? Привет! КНАФ 2 наконец-то вышла, и сегодня мы начинаем прохождение этой игры. Наверняка здесь будет много секретов, сложные ночи, а также куча злобных аниматроников, поэтому завози кучу лайков прямо сейчас, и тогда мы точно сможем продержаться всю ночь. Это КНАФ Тов Плей, а я Голден Фредди, и погнали играть! Как только я включил эту игру, я сразу же вспомнил, как мы с вами проходили первый КНАФ. Это было реально легендарно, это было круто. И нас принимают на работу. Станьте частью семьи. Известная пиццерия ищет охранника для работы в ночную смену. И, конечно же, им буду я, работая за $100 в неделю. Фредди меня ждет. Я сам тебя жду, Фредди. Воу. Я уже здесь. У нас есть часы. А. Привет. Как же круто! Здесь, не так ли? Это я не про Фунгай. Ну хотя про Фунгай тоже. Класс. У нас есть часы, наконец-то. Блин, это гениально. Разработчик, ты гений. Ты добавил в игру часы прям на раз. Со стрелочкой. Со стрелочкой, ребята. У-ху. Как же этого не хватало, серьезно. Отсидеть 6 часов на одном месте задача непростая. На жопа отсохнет только в путь, да. А можно я выключу вентилятор? Спасибо. Ты ведь не хочешь этого, правда? Да нормально, пусть. Ну-ка, маска. Хорошо, работает. Сними, пожалуйста. А как снять ее? Как снять? Ага. Вверх. Хорошо. Что тут еще? Не, я бы как бы выключил. Давайте послушаем. Интересно же. О, сок попить бы? Да ладно. Хорош, наконец-то есть чем заняться в офисе. Давай еще. Давай напьемся и обоссымся. Отвечаю, классно будет. Давай. Короче, смотри, план такой. Ты сейчас пьешь, обоссываешь весь офис, появляется лужа, аниматроники наступают в лужу, они же железные, их коротит током, и мы выигрываем. Гениальный план, давай, ссы. Я тебе говорю, это прокатит, 100%. Короче, смотри, сначала ссым под вентиляцию, они, во-первых, будут ползти по моче, сразу их закоротит. Потом ссым в главный коридор, потом ссым в правую вентиляцию. Все, профит, ночь пройдена, мы выжили, все аниматроники просто сдохли. Это же гениально. Так, ну ты давай уже, ты там в подгузнике, что ли, сидишь, давай ссы уже. Встал, ширинку расстегнул и пошел фонтанировать, давай. Охранник, ты меня бесишь. Так, Фонгай, ты, конечно, классный, но давай ты мы тебя вот так вот офнем немножечко. Итак, час ночи уже, да? Час ночи, действительно. А как? Тут, короче, типа... Ага. То есть ссать ты не будешь? Ясно, все. Короче, охранник меня кинул, он не хочет ссать. Итак, свет в коридоре. Ctrl, заработает. Ctrl, так вспышка какая-то. Спрятаться под столом? Серьезно, под столом? Ля, сижу под столом и угораю. А с каких пор вообще охранник прячется под столом, я не понял. Или ты посрать сел, подожди. Тут как бы два варианта. Либо он от испуга сел посрать под стол. Ну, как бы удобно, я думаю, в такой позе. Возможно, там стоит горшок, кто его знает. Типа, ну смотри, а какие еще варианты? Идти в туалет по темной пиццерии, это вообще не вариант. Потому что ты такой идешь в толкан, открываешь кабинку, а там Фредди срет. И что ты делать будешь? Поэтому, естественно, логичный вариант это посрать в офисе, ну... В принципе, охранник этим занимается, ему удобно. Как в сельском туалете, нормально. Правда, без пауков. Хорошо. Мы научились срать и ссать. Чему еще нас научит эта игра? На самом деле, гениально. Хотя бы какие-то развлечения появились в офисе, это классно. А есть пасхалочка? Ну-ка, сейчас жахнем. Ну-ка, не, ну куда же без пасхалочки, это святое. Хорошо, ладно, это весело, можно прятаться. Зачем прятаться, непонятно пока, но мы разберемся. А сейчас, если серьезно, я включаю камеру, и вот он жирный, сразу стоит на меня смотрит. Сразу стоит на меня смотрит, он мне не нравится, жирный. Ты мне не нравишься, я тебе тоже, скорее всего, не нравлюсь, поэтому не пялься на меня, даже не думай. Я вот ты сейчас повернешься ко мне, я все. Я тебя забаню сразу, понял, да? Ну, пока что никто не ходит, час ночи уже. Давайте посмотрим камеру. Ну, что-либо изменилось вообще, ну, с демо-версии, со времен, как бы, так сказать, этих самых. Это фото на память, если что.
Вы там не рыпайтесь. Надо сфотать пьяного Фредди, потому что он снова пьяный пришел на работу. Вот, на работу пьяным приходить нельзя. Поэтому в следующий раз приходишь бухой, вот этот вот медвежатина, секундочку. Вот эта вот медвежатина, которая бухая в говнину валяется. Если в следующий раз придешь пьяный, я тебя уволю. Все. Это тебе первый и последний раз. А то сколько раз, говорит, постоянно бухой приходит на работу. Ладно, вентиляцию, ну это мы знаем. Подожди. А, это мангл, все, я уже запутался в камерах. Это мангл у нас валяется. О, Бонни пошел, секундочку. Он уже ушел, все, срулил. Ну я видел, он тут проходил, кто видел, тот молодец. Я, собственно, успел. Блунбой, вот не смешно вообще. Нисколечко не смешно. Марионетка, пока еще заводить ее не надо. Хорошо, и это, ну, комнатка... Да, там у нас картонный Фредди стоит. Комната с картонным Фредди. Хорошо, Бонни, ты идешь? Нет, я не понял. Где он? Он Чика срулила уже. Вы офигели, что ли? Я не понял. Так, ну еще и медведь сейчас пойдет, ага. Я видел, ты шевелился, слышишь, ты. Не прикидывайся дебилом. А где все вообще, я не понял. Так, ну они хотя бы должны быть уже здесь, как минимум. Они же пошли куда-то. Аниматронные задницы, вы где? Они же не будут телепортироваться, они же будут ходить, я думаю, да? Ходить же будут. Интересно, а если вместо того, чтобы одеть маску, спрячусь под столом? Это сработает, нет? Фиг знает, надо будет попробовать потом. Что вообще делают, прятаться под столом? Типа, ну в оригинальном ФНАФе нельзя было прятаться под столом, здесь можно. Хорошо. Так, я понял, да, ты пришел на линейку 1 сентября, вот. Вот, стандартный школьник, типичный. У нас стой Фредди, у нас школьник, он пришел на линейку 1 сентября, все, молодец, стой, стой и не рыпайся. Все остальные разбежались тусить, ну как обычно там, постояли на линейке пару секунд, потом, а что там эти учителя говорят, пойдем тусить. А Фредди нет, Фредди стоит, ну ты это отличник, сразу видно. Отличник, понятно все с тобой. Опа, что ты гитару свою разглядываешь? Я ее не трогал, слышишь? Ты только не засовывай там куда попало, а то знаю я вот эти вот всякие твои приколы. Сейчас найдешь гитару, засунешь себе куда-нибудь, не надо так делать. Но я был хорошо, окей, а Бонни мы нашли. Где курица? Курица опять сейчас будет разваливаться, да, по частям, как в демке. Она же постоянно ходит, у нее клюв отвалится, то глаз. Опа, вот, идет. Ты что, задом наперед свой. Слышь ты. Да я же сказал, она будет разваливаться. Ну я как знал, как в воду глядел. Смотри, вот. Пожалуйста, шага не успела ступить, уже клюв потеряла. Ты тупая, нет. Ты положи, там, не знаю, наклей момент, приклей, чтобы он не отваливался в конце концов. Кто это убирать будет? Я вот это убирать не буду. А я твои клювы, которыми ты KFC жрешь каждый день, трогать вообще не собираюсь. Бонни, подбери, куда пошел? Подбери клюв. Выкинь его в мусорку, на, в унитазе смой. Ну что-то он спрятался, все. Я как бы на твоей стороне, Бонни, я тоже как бы солидарен, что эта курица, она ведет себя неадекватно. Ты еще мало, ты хотя бы в мужской туалет зашел, ты красавчик. Тебе вообще нет вопросов? А курица меня бесит. Она только пошла, уже развалилась вся. Ну что такое-то? Тебе вроде не сто... А хотя сколько ей лет? Я ж не знаю, сколько ей лет. Она, во-первых, свой этот задом наперед надела, как она. А, чё, светло, да? Ну это фотка на память. Я что-то закрылся-то. Я тебя хотел сфоткать. Ты теперь рожа твоя не будет. Куда ты? Что ты за гитарой делаешь? Успокойся. Теребонькает мусорку гитара. Так, чайкурица пошла в толчок. А чё вы все внезапно обосрались-то? Стояли вроде на сцене, никого не трогали. Чё внезапно по толчкам-то разбежались? А, подожди, вы же на линейке, школьники, в туалет курить пошли, да, в туалет? В туалете не курят, и вообще курить вредно, куда ты там? Я тебе сейчас, ты чё на шухере стоишь, да? Ты стоишь на шухере, пока твой друг в туалете бомбочки кидает, да, смывает эти вот все. Там да, дрожжи смывает в туалете, да, чтобы он засорился, то бомбочки сейчас, чтобы тут унитаз разорвало, да, нахрен? Слышь ты, пранканутый Бонни, сейчас за такие пранки тебя на второй год оставлю, понял? Я реально чувствую себя каким-то директором школы, серьезно. Вот стоит адекватный ученик. Отличник, молодец, красавчик этот. Золотая медаль. Вот, медалист идет, вот смотри, на золотую медаль. А вот эти гопники по толчкам разбежались, Чика он пошла унитазы взрывать вместе с Бонни. Что это такое вообще? Вы что, а распоясались? Не могу. Вот это угар просто. Это вообще старшаки. Старшеклассники, 11-классники. Им вообще насрать. Они даже на линейку не пришли. На линейку не пришли даже. Бухают. Посмотри на него. Упитый же вообще в хлам. Это симулятор школы. Все, я понял. Это не FNAF 2. Это я... Блин, до меня только сейчас дошло. Почему разработчик выпустил FNAF 2 на 1 сентября? Ну, практически. Перед 1 сентября. Вот почему. Это ж типичный симулятор школы. Короче, смотри, у нас получается как?
У нас как получается-то? Сидит в толчке. Да здесь задумал что-то собака сутулая. Ладно, окей. Как камеры-то убрать? На какую кнопку? Я забыл. Как убрать камеры? Серьезно. Я нажимаю на все подряд, не убираю. Как убрать камеры? Подожди секунду. Как камеры-то выключать? На escape? Нет. Q, T, Tab. А, вот, Tab. Смотри, прикол. Я типа учитель. Я сижу, ну, типа, как она... Короче, обычно, когда дети входят в класс, особенно неадекватные, учитель делает вот так. Прячется нахрен под столом, потому что сейчас зайдут ученики, разнесут весь кабинет к хренам просто, да? Вот так делает адекватный учитель. Вот я спрятался, все, нафиг мне этих учеников. Особенно балунбой, который придет, будет ржать постоянно. Это вот этот дурачок местный, знаешь? У каждого в классе, скорее всего, есть такой ученик. Ну, не даст соврать сейчас в комментариях люди. Есть такой ученик, который постоянно ржет. Вот это балунбой. Все, он просто приходит, короче, ржет над любимыми шутками. Просто иногда смеется без повода и часто прикалывается. Вот ему можно дать кликуху балунбой. Все, знаете теперь. Короче, придете в школу, все, у одноклассника уже кликуха готова. Не благодарите, ребят. Ладно, что там у нас по камерам, кстати? Где балунбой, кстати? Ну-ка, сейчас посмотрим на него. Вот он, красавчик какой. Короче, отличник до сих пор стоит, Фредди, отличник, это, ну, гопник. Опа, куда пошел? Куда, ну-ка, стоямба, куда пошел? Опять шкодить пошел, да? Сейчас он насмывал в унитазе всякое говно. Сейчас сантехника придется вызывать в школу. А он пошел дальше гадить, да? Ясно. Ясно все с тобой. Чика вообще застряла, она там красится, что ли, в туалете? Или она, не, она подошла к зеркалу, такая, а где клюв? А нет клюва, надо, все, потеряла, дурочка. Потеряла клюв. Хорошо, а может она уже здесь? Она же куда-то ушла вроде, не? Как же темно. В школе что, не платят за электричество, что ли, я не пойму? Мне как бы уже можно 6 утра, я свою смену отработал, все. Моя ночная смена в этой школе неадекватных аниматроников закончена. Блин, реально, школа неадекватных аниматроников. Гениально. Так, ну куда? Он сейчас пойдет по центру. Подожди, вот он. Стоит собака. Стоит. Что ты развернулся-то? Что ты делаешь? В коридоре не бегать, понимаешь? Не бегай. Сейчас директора вызову нафиг. Родители вызову. Спринт-бонни со спринт-рамом придут. Это твои родители. Нет, это не твои родители. Короче, и другие зайцы придут. Понял? Будешь знать. Иди он к старшему брату сходил. Он бухой у тебя валяется в кладовке. Вместе с остальными дебилами. Ну, а не, ну клюв, конечно, валяется, это да. Это никто не будет убирать. Хорошо, ладно, ждем. О, курица стоит, здорово. Че, флексит? Да она опять все глаза потеряла! Она под конец ночи потеряла все глаза, весь клюв, все. Была с макияжем, стала без макияжа. Ну, что ж я могу поделать? Нажми, удерживай Ctrl. Так вторая ночь, это без проблем, мы сейчас проживем. Вторая ночь, это как бы, ну что там делать-то? Как бы делать нечего вообще абсолютно. Проходим спокойно с тобой к нам. Привет, давай, пока. Я попью, как нормальный учитель, адекватный абсолютно. Сейчас ко мне придут ученики. Все, 1 сентября закончилось. Сейчас первый учебный день. Ой, сентября. Какой? А, ну да, все правильно, сентября. Я уже запутался. С этими неадекватными учениками это же капец. Короче, вот они стоят. Это, короче, знаешь, когда учитель входит в класс, все встают. Все встали, молодцы. Кроме, знаешь кого? Вот этих даунов. Вот эти дауны сидят вообще насрать. Старшеклассники, тут хоть директор зайдет, им пофиг. Они сидят, один вообще лежит. Один, опять бухой пришел в школу. Опять бухой пришел в школу. Родителей завтра нахрен жду твоих, понял, да? Я сегодня вместо учителя, все нормально. Сегодня я заместитель учителя по всем предметам нахрен. Все, по всем предметам сразу. Одновременно. Так что, если что, какие-то вопросы... А, шкатулка, да? Здрасте. А чё он так заводится плохо? Вроде завел. Забыл совсем. Прикинь, сейчас бы шкатулку прошляпил, и все, и хана была бы. Сразу хана. Ладно, окей, давай. Кто? Кто на учителя? Ну, давайте, пацаны. Стоят там, Ля полетела! Ты видал? Что? Что за реактивная тяга у курицы там была сейчас, я не понял. Ты в столовку пошла, что ли? Подожди, еще переменки не было, алло. Урок только начался, какая столовая? Слышь, ты, курятина. Ты... Где-то... Да вы наглеете, нет? Пошла, смотри, пошла. Не, реально, она очень быстро полетела. Короче, курица, ты давай только ничего не теряй, окей?
А то опять сейчас растеряешься. Пока бежишь в столовку за жратвой, растеряешь и клюв, и глаза. Качем ты потом будешь жрать-то? Клюв потеряешь, и жрать нечем будет. Люди адекватные какие, а? И смотри, до сих пор стоишь с клювом еще, с клювом. Ля! Еще не... Молодец, хорошо. Ладно, не потеряла. Не растерялась, молодца. Не, ну реально. Если вы сейчас так будете себя вести, родители сразу... Ну, прикинь, 2 сентября уже все началось. Уже началась вакханалия какая-то. Вы себя можете вести нормально, эти школотроны? Аниматронные школотроны. А то будет сейчас дичь какая-то происходить. Учителя вообще пугать нельзя, как бы это запрещено законом, поняли, да? Куда ты опять... Они по толчкам! Урок, вот знаешь, есть такая тема. Урок только начинается, а можно я выйду? Мне в туалет надо. И все, и полкласса нет просто. Полкласса нет от начала урока до конца. Все в туалет пошли. Одновременно, короче, у всех, знаешь, днище прорвало, все побежали в толкан. Серьезно? Да ладно, наш отличник ходит. А ты-то куда? Ты-то куда? Ты за всеми-то не повторяй, у тебя голова-то своя должна быть на плечах. А он увидел, что все ушли и тоже пошел. Хоть он и отличник, ему насрать. Коллектив идет, я тоже пойду, да? Правильно. Иди, иди к той Бонни в туалет, он там один без тебя не сможет унитаз взорвать. Давай, давай. Да он потерял где, да? Он всех потерял. А он же не знал, что... Опа, 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 опа. Совместное фото. Пацаны, совместное фото. Чик уже клюв, глаза вырвало все нахрен. Она зашла в толкан, все там посмывала в унитаз и молодец, да. Это было совместное фото сейчас. Давайте еще раз. Все совместное фото. Фредди аж шуганулся. Че, испугался, да? А вот нефига тут выбить. А я, короче, могу их тупо держать здесь. Все. Фредди, да. Шаг назад. Шаг назад. Давай еще. Шаг назад. Опа. Это лунная походка от Фредди. Куда пошла курица, слышишь ты? Я тут фотки делаю. Ну-ка, спай. Ну ты все. Ну-ка, давай контрол мне. Не понял, она же была здесь. Это сейчас. Я забыл марионетку! Я забыл марионетку! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Сейчас чуть не прошляпил, понимаешь? Еще бы немного, и марионетка бы захватила за жопу. Так, совместное фото. На память. Курица где? Курица где, говорю? Курица где? О, курица здесь. Че, потеряла, да, все? Потеряла все, да? И глаза, и клюв. Ну, конечно, тупая. Она в толкане все потеряла. Все смывается в унитаз. Ладно, хорошо, я понял вас. Но шкатулка пока не такая бешеная. Это, знаешь, что, удобно. А из этих-то никто не очухался. Старшеклассники. Хватит бухать, уже 2 сентября. Уже на работу. В школу надо трезвыми приходить, дебилы. Че началось-то? Ладно, я понял. Я вас понял, хорошо. Хорошо. Ну, Фредди у нас удивляет лунной походкой. Он как бы ходит на танцы, поэтому ему норм. Че там, Чика? Чика, здесь серьезно? Где она была? Я только что ее видел, секунду. Вот она. Она что, уже лезет в вентиляцию? Ах ты какая хитрожопая. Уже, короче, смотри, не сидится на месте вообще. Вообще не сидится на месте. Уже хочет лезть в вентиляцию. Как бы я нормальный, хороший учитель, что-то до меня докопалась. Пойду завести шкатулку надо. Ну, шкатулка, кстати, на самом деле молодец, она держится довольно долго. Все, Чика сейчас полезет. Чика сейчас полезет, будет меня напрягать. Прятаться под стол-то не мое. Я надену маску, посижу спокойно вообще. Так, вы здесь, дебилы, да? Как же быстро кончается вспышка, я прям не могу. Мне ее не хватит на всю ночь. Еще только 2 часа, у меня уже пол вспышки. Куда ты лез? Спокойно! Стой! Дура! Ты что, жопу-то вытаращила свою? Сейчас кто-нибудь сзади подойдет. Бонни, иди быстро. О-о-о! Я ору с этого дебила, он шугается просто угарно. Ля, дурачок, зашугал, короче, медведя. Зашугал медведя до усрачки. Так, секунду, там курица лезет, быстрее. Не, пока не лезет, нормально. Зашугал медведя просто. Медведь. Сейчас в стену уйдет, смотри. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я его шуганул, он уйдет в стену, лунной походкой просто. Так, Чика лезет, секунду. В стену. Ай, не хочет, ну лайк, какой негодник, а. Так, ну курица же уже все, уже ног не видно, где она? Она что, уже в офисе? Да не может быть такого. Серьезно. А как подсветить-то мне? Оно не светится? Так, я в дерьме, да? Типа не светится вентиляция. О,
Смотри, куриная лапа вон торчит. А, смотри, лезет, красава какая. Без клюва ко мне нельзя, поняла? И без кексика. Куда ты лезешь, а? Куда ты лезешь, а? Ты посмотри, что делает. На тебе вспышку в глаз. Блин, я думал, она исчезла. Какая же ты медленная курица. Какая же ты, тебе бы это, энергетика выпить. Она очень медленная, смотри. А как мне узнать, что она уже будет готова напасть на меня? Вдруг она мне сейчас откусит голову? Ну, делает по шажочкам. Тихо, что там, медведь обосрался? Ха-ха, давай, руки вверх. У него тусы, ему норм. Ладно. Вот как мне понять, что курица уже близко? Объясните, пожалуйста. Ну, типа, а. Что, одевать маску уже? Уже? Подожди, я одену. Ну и чё, давай, рискни здоровьем. В смысле кекс? У меня был кекс? У меня не было кекса, в смысле? Ты чё? Ты мне принесла его, серьёзно? Аля, вылезла, смотри. Она мне кекс принесла, отвечаю, какая добрая чика, слышишь? А, это подарок на день учителя, да? Спасибо, неплохо. Это был подарок, это, блин, так они не такие плохие аниматроники, как я думал. Она просто подарила мне кексик. Какая милая аниматронная чика, да. Милота просто офигеть. А ты мне что подаришь, слышь? Мне тут уже мой класс подарил кексик. Хотя, возможно, это подарок от всего класса был, да. Это знаешь, как обычно учителя дарят цветы на 1 сентября. Но тут история другая. Тут подарили кексик. Ну, сладости тоже неплохо. Это знаешь, как коробка конфет. Ну, что у чики было в руках, кто-то и подарил. Тихо. Хорошо, что тут это вот показывается, что тут эта марионетка сейчас нас убьет. Чуть не прошляпил момент. Хорошо, ладно. Заводим. Быстро. Красота. Чё, опять жопа зайчья. Зайчья жопа торчит. А, гитару выбросил, да? Нет, чтобы подарить гитару учителю. Так, ты вообще стой. Ты до дверного проема сегодня... Блин, дошел все-таки. Ну-ка, спокойно. Фоткаем его в коридоре. Да коридор! Ха-ха, лох. Так, а можно я включу? Хе-хе, дурачок. Че, все, да, выкусил? Видишь, дятел жирный, короче, стоит там этот и портит мне. Блин, у меня вспышка сейчас закончится. А где, кстати, курица? Она же была, ну, там, теперь она где? Типа она ушла на сцену вообще с концами или что? Ты еще там махаешь своей фиговиной, а? Я тебя видел, все, я спалился ты только что. Балунбой спалился, он только что махал своей... Там курица опять. Опять курица идет, я видел. Ага, идет. А, еще один кекс принесешь, давай. Я согласен. Сегодня учителя слипнется жопа, да? От кексов от твоих. Так, тихо, лезет, дебилоид, нет? О, лезет, ля-ля-ля-ля-ля. Ты знаешь, что там камера, да, стоит? В смысле, жирный, ты чё, ты же отличником был? Ты что, золотой медаль шел, собак сутулая? Какого хр... Как вообще? Меня, блин, напугал самый лучший ученик в классе, зашибись. Ну, это, вот это бред, я не знаю. Обычно Той Фредди самый спокойный. Ладно, его наверное, взбесило, когда я вот еще раз фоткал. Скорее всего, он на меня обиделся. Вот такой вот получился видосик. Мы прожили первую ночь, на второй ночи нас завалил Той Фредди. Я не знаю как. Отличник быканул на учителя, а все. Типа, знаешь, бывает такое, знаешь, когда отличнику ставят 4, он начинает быковать. И вот примерно то же самое случилось со мной. Я поставил ему 4, он хотел 5, быканул на меня и напугал. Ладно, окей, это было весело. Надеюсь, тебе понравился этот видосик, и ты отгрузил вагончик лайкосиков. КНАФ 2 реально очень интересная, и очень хочется узнать, что же будет дальше. Какие аниматроники активируются следующим и сколько их будет всего. Чтобы это узнать, конечно же, завози кучу лайков, потому что чем больше будет лайков под этим видео, тем быстрее выйдет следующая серия. А сейчас всем удачи и всем пока!